А в Мурманской областной думе состоялись традиционные рождественские парламентские встречи. Участие в событии принимают и представители духовенства. В этот раз главной темой необычного заседания стало обсуждение исторической личности Александра Невского. Зачем депутатам такой экскурс в прошлое, расскажет Денис Прокопенко. Большая часть вопросов, которые рассматривает Мурманская областная дума, касаются жизни материальной. Это и распределение средств бюджета, и решение важных вопросов экономики, безопасности, социальной сферы. Рождественские встречи – ежегодное мероприятие, на котором обсуждают духовную составляющую быта Мурманской области. Та тема, которая сегодня будет посвящена, это историческая память нашего народа. Вот, потому что мы должны знать историю своего народа, как он жил, как завоевал, как создавалась наша великая страна. В центре обсуждения неизвестные страницы жизни великого князя Александра Невского. Об этом написал книгу митрополит Мурманский Мончегорский Митрофан, один из главных гостей парламентариев сегодня. Поэтому Александр Невский именно выстраивает верный наш взгляд на наше место. Восток и Запад, ведь тема так называется, Восток и Запад, Александр Невский. Вот как он выстраивал. Мы помним, как у него удавалось удивительно, мудро выстраивать отношения с в то время непреодолимой силой Орды. Опираясь на власть хана, он сумел навести порядок в наших княжествах. В следующем году полководцу и одному из самых видных политических деятелей Руси исполняется 800 лет. И именно он дал направление дальнейшему развитию России, расположенной между Востоком и Западом. За это в том числе в 2008 году жители страны назвали Александра Невского самой влиятельной исторической личностью за всю историю государства. Этот пример, конечно, важен прежде всего для молодежи. О нем важно говорить. Важно изучать свою историю, важно вникать вглубь истории. И сегодня есть все возможности для этого. У нас есть для этого и книги, и интернет, и много различных источников, по которым можно изучать свою историю. Это очень важно. Для политиков и законотворцев знание истории тоже необходимо, уверены депутаты. Ведь анализируя поступки того или иного государственного деятеля, который он совершал века назад, можно найти решение, которое пригодится и сегодня. Подробнее о рождественских встречах в Мурманской областной думе мы расскажем в нашем большом материале в эту субботу в эфире телеканала «Арктик ТВ».